тут вся напряженная работа, нет, садики, школы не работают. 1 июня разбомбили наш садик, нам ходить теперь некуда. Нашу группу попал снаряд. Ситуация тяжелая, многие выехали, мы еще пока остаемся здесь, нам ехать некуда. Это ж это вообще пустые полки, ничего вообще не завозят и ничего вообще нету. Бомбят и днем, и ночью. Спать невозможно. Сегодня, конечно, ночью было тихо и утром, на удивление. А обычно с 5:30, с 5 часов начинает бомбить. И днем, и вечером. И вот даже в данный момент, слышали, вот выстрелили, тоже бомбят. Из вертолетов, из самолетов. Еда пропадает, еду не завозят. Магазины практически пустые.